Эта машина очень необычна. Как вы можете видеть, башня и орудие такой же, как на танке Т-26, но трансмиссия совсем другая. Да, она тоже клепанная, да, она тоже противопульная, но она имеет другую компоновку. Вот если посмотреть на этот танк со стороны его борта, а это самое интересное, то вы увидите, что это колесно-гусеничный танк. Подходите сюда поближе. Это были достаточно интересные машины для конца 30-х годов, но когда началась уже Великая Отечественная война, большая часть этих танков была потеряна в приграничных сражениях. Но здесь, опять же, в Ленинграде они у нас остались. И когда вы смотрели экспозицию «Прорыв», тот танк, который стоит там внутри, это как раз копия того танка, который мы сейчас видим перед собой. Даже такие детали, как вот эти грузозацепы, вот там на экспозиции они тоже повторены. Эти грузозацепы приваривали специально, судя по всему, на ленинградских заводах для того, чтобы танк легче мог забраться на высокий берег Невы.